смирение, кроткость и покой. К людям уважение, батюшка такой. Слова, как ручеек, текут тебе, журчат. И словно мотылек в душу к нам летят. Тихонько улыбаясь, с любым поговори. Вера наполняется, и сердце не болит. Батюшка Георгий, вас храни Господь. Мы его попросим, пусть он вам пошлет. Сила и здоровье. Будем мы за это его благодарить. Поздравляю тебя, батюшка, днем, как ты прослужил 20 лет. Батюшка, я тебе желаю счастья и здоровья. Поздравляю тебя, батюшка, я желаю тебе счастья, здоровья, чтобы ты никогда не болел. Я служу в этом храме еще больше. Я поздравляю вас с этим праздником, что вы уже много, 20 целых лет служите в этом храме, и что вы создали эту школу, назвали ее Свято-Екатеринская. Я хочу вам желать, чтобы вы научили нас всему, что хотели нас научить, и чтобы мы говорили всю правду. Поздравляю тебя, наш батюшка. Я желаю тебе, чтобы ты не болел. Я желаю, чтобы батюшка был здоровый и никогда не грустил, всегда был веселый, и мы его не огорчали, и чтобы он всегда был полон счастья. Поздравляю, батюшка, ты в храме прослужил 20 лет. Я желаю батюшке, чтобы он был здоров и никогда не болел, и чтобы он учил нас, и чтобы мы его не огорчали. Поздравляю вас, батюшка. Спасибо. Я желаю, чтобы вы никогда не болели. Спасибо вам, что вы нас воспитали. Поздравляю вас, дорогой батюшка, за то, что вы осветили этот храм и создали его работы. То, что вы делаете этот храм все больше и больше, и за то, что вы создали вашу школу. Желаю, чтобы вам счастья, здоровья, чтобы вы не болели, потому что из-за болезней вы не можете нести службу. Я желаю батюшку добра, здоровья, чтобы еще много лет жил и служил в храме. Я желаю батюшке, чтобы он служил еще 20 лет. Если заболеешь, то придет к тебе. Жаркий день июля, сушу в январе, то всегда утешит и грехи простит. С радостью великой деток причастит. Это батюшка, наш батюшка, наш родной любимый батюшка. Ой, спасибо! Спасибо.